Привет, друг! Ты наверняка сидишь в Инстаграме, и сегодня у меня для тебя отличные новости. Я не видел ничего подобного на русском Ютубе до этого момента, но сегодня мы посмотрим смешные видео из Инстаграма. Погнали! Это, по-моему, Вайн, если не ошибаюсь. Best Videos, то есть, видимо, перенятый из Запада. Парни поймут. Жизненная ситуация. О. О, я видел это видео уже. То есть я видел полную версию вот этого. Это все равно смешно, как бы то ни было. Коротко мои пряморукости. Когда я был в детстве, вот такие моменты постоянно случались. Да, это... О, это не гусь? Нет, это не гусь. Вот гусей я дико боюсь. Вот чего-чего, а гусей я дико боюсь. Это хищники. Вау. Это выглядит классно. Вау. Сейчас будет что-то смешное, да? Или нет? Что сейчас было? О! Ты пикапер! Короче, девушки любят ушами. Просто подойди к ней и скажи комплимент. Че я скажу? Я что-то боюсь чуть. Соберись, мужик. Ну, ну же. Оу. Классная попа. Подкатываешь, что ли? Айдос. Айдос. Что? Это тоже классная попа. Как бы я отмазался, наверное, так же. Куда пл... О! Вот кто не смотрел этот видос? По-моему, все смотрели. This хорошо, 100-500. Да, так. И... Ба! Да, да. Мне нравится реакция. Плывем. Действительно, плывем. А куда плывем? К берегу, блядь. Да трудно, не крути. Here we go! О-о-о! Да, это должно было произойти. Но они какие-то пойти под прессом. Да ну нафиг. Я помню, в день выхода вот только ленивый не разбивал айфоны, то есть на видео, на... Посмотрите на это. Нет. Знаете, тут подойдет такая фразочка: лучше бы мне отдали, серьезно. Зачем? Зачем? Посмотреть, что с ним будет. Ну, такая себе идея. Оу. Ну, давайте покажите еще под всеми ракурсами, как вы разбиваете iPhone 7. Угу. Интересно. Вам интересно? Там еще дым пошел. Привет, девчонки, красотки. Купил, короче, увлажняющий крем в аптеке. Мне фармацевт посоветовала. Может быть, кто-то пользуется? А, вот что это? Крем. Почему я это смотрю?
Нет, братан, не надо. Давайте следующее видео. Мне просто неприятно смотреть. Нет. Ау. Он еще губы накачал. О боже. О боже. Напишите, как вам, если вы пользуетесь. Да, напишите, как вам. Окей. Я просто уже ко всему готов, это же подборочка. Если я шарю, то он зарил немножко не тот крем, ну ладно. Такой романтичный вечер, обалденно получился. Спасибо тебе, ты такой классный друг. О, нет. Вечно ходить со мной по магазинам. Ты будешь знакомиться с каждым моим новым парнем. Моя мама будет любить тебя больше, чем я. И тот поцелуй по пьяни не считается, потому что просто беги. Просто беги. Ну улыбнись, Вань. Найс. Вот нужно было это сделать. Наверное, это он правильно сделал. Ты чё, обалдел? 1-0. Так. Блин, где моя помада? Где мой телефон? Блин, пешеход! А куда я машину вообще поставила? Москва такая красивая. Блин, пешеход! Я же говорю, почему ты такой невнимательный? Действительно такое случается? Напишите в комментариях. Оу, нет. Это отличный подарок. Это отличный подарок. Да. Это Йен Саммерхольдер, если не ошибаюсь. И Дневники вампира, если тоже не ошибаюсь. Да, это жизненно, это жизненно. Жан, мне же идет, можно я возьму? Конечно, Жан. И еще вот эту. Она моя любимая. Ладно. Спасибо, я тебя обожаю. Я любил тебя, как любят. Что? Это иллюзия? Это было действительно классно. Вообще, напишите в комментариях, как вам реакции на подобные нарезки. Мне будет очень интересно почитать. Огромное спасибо за просмотр, спасибо за лайк, спасибо за комментарий. Спасибо, что добавляешь меня ВКонтакте, в Инстаграме. Лайкаешь фоточки, пишешь добрые сообщения. Мне действительно приятно читать, приятно отвечать. Вот, до скорых встреч. Пока.